кто-то может пожаловаться, что автостоп не блещет новым сиропом. Это не совсем правда. Но иногда нам просто необходимо отдыхать. Дайте хотя бы съесть, видите, отдохнуть. Мы оттуда привезли сюжеты. И новых сюжетов будет много. А почему мы стараемся делать интересную передачу? Потому что мы просто энтузиасты своего дела. Сегодня мы приехали к энтузиастам автомобильного дела. Автоцентр МАК. Если вы посмотрите, то за моей спиной вы увидите большое количество утюнинговых тачек. Нет, здесь их не тюнингируют, здесь их ремонтируют. Но это абсолютно новый подход к эстетике внешнего вида сервиса. В данном конкретном случае эстетика – это оригинальный внешний вид. Прошлое – угрюмые бетонные стены и надоевший сайдинг. Это не граффити. Это полноразмерные баннеры. И это станция технического обслуживания. Переделанная из заброшенных производственных корпусов, размороженных и угвозданных разрухой. В погоне за сиюминутной прибылью торговых центров «Магнитка» растеряла качество технического обслуживания автомобилей. Для кого не секрет, найти сейчас место, где работают все специалисты высокого уровня, невозможно. Кого-то потеряли из-за банального неуважения, кого-то заела арендная плата, либо сынские условия. Здесь кардинально другой подход. Если инструмент, то новый. Если специализированные подъемники, стенды и покрасочные камеры, тоже новье. Мы не поленились и заглянули в сам узел. И здесь новье, включая стиральную машину и микроволновую печь. Да, станция пока не приносит сверхприбыли руководству, а зачастую руководство оплачивает нововведение из собственного кармана. Но главное – принцип. Сначала создать лучшее, а затем подумать и о себе. Да, господа, период великого хапка кончился. Мы, потребители, научились выбирать места, где нас ждут. И мы, к счастью, перестаем быть серой, обуглевшей массой. Мы что-то вспомним и прошлые времена, и сейчас. Сервис, тот самый автовазовский сервис, и снаружи красотой не блистал. Да и нынешние умельцы как бы в гаражах работают. Тепло, холодно, сыро, даже помыться, но и в туалет сходить негде. Для чего вот это все кардинальное обновление? Ну, во-первых, так пожелала душа, чтобы сделать все красиво и было это... Ну, не просто красиво, чтобы это было оригинально. И мечтаем о том, чтобы быть лучшей станцией в городе.